Саша Гельман. Вот Аркадий. Так. Чувствуется... Там сейчас четное или нечетное число игроков? Умеет Аркадий. Четное, так я еще и плюсы не быстро допустим, ходить. Там двое же не играют, да, по-моему? Значит, плюсов уже нету. Аркадий Либерман. Ну, вы его знаете, он знаток. Так, похоже, у него здесь все уже... Все у него уже здесь изучено. Давай, Шура, мочи меня. Плотная у нас такая игра. А вот так. Все беда в том, что играю безидейно просто. Поэтому пытаюсь я уйти от разменов, неплохо, чтобы навязать идейно, я играю безидейно. Динамику. Чтобы навязать динамику. Так, ну-ка, пошел-ка ты отсюда, друг дорогой. Какие-то странные у нас маневры. Хорошо. Туда-сюда. Посмотрим. Теперь пошел-ка ты отсюда. Сейчас кафу мы тут. Такая у нас а теперь вот психологическая сюда. Борьба. Кстати, не так плохо стою на самом деле. Если сейчас ничего не зевну, все равно меня, конечно, где-нибудь там обманывать будут. Это он там съест и залезет на D5. Не так плохо я на самом деле стою. Так, Шура, значит, надо что-то Аркадию Александровичу зевнуть, понимаешь? Это просто по правилам гостеприимства, это не я такой. Это вот, это того требуют правила, Шур. Надо вот, так сказать... Ну, хорошо, говорит Аркадий, ну, так как говорится, плотно, крепко... Риск, да? Ну вот, вот, вот. Ой! Я тебе говорю, ну, я, слушай, я тебе по-русски говорю, надо зевнуть. Аркадию Александровичу, на бедность. Ой, еще это я ошибся. Сам не видит. Аркадию Александровичу, не на видит Аркадий, у него был конь D5 или конь A4, страшнейшие удары. Повезло мне. Уполз! Пожалел! Пожалел меня! Не нравится мне этот конь. Так. Пожалел. Так это я рискованно играю здесь. Надо ну-ка, было всего шаг сделать. Ну-ка еще. Да, теперь я здесь немножко подвис. Это я намудрил. Ну-ка еще. Ага. Так, так, так. Так. Протянет? Что, близко к ничьей держится Аркадий? Или не держится? Так, Шура, ты вежливый человек. Ну, видишь, Аркадий Александрович не в настроении, понимаешь? Ну, ну ты же вежливый время. Человек. Ну, елы-палы. Жора. Блять! Это он мне дал шансы. Жора, где ты был? Опа!
Жопа, блядь. Успел. Так, Шура, с уважением к гостям надо. Дорогой ты мой. Любимый мой родной. 7 секунд. Любимый мой родной. И нежное дыхание. Любви. Пожатие. Не успел все-таки. Ты сказал мне до свидания. Ой, надо было перзя ставить, что я делаю? Блять, руки трясутся, что такое-то, а? А шаг же! Очень некрасиво. Да! Ой, проиграл. Эх, проиграл Аркадию. Но молодец, играл он.